Жития святых святителей Дмитрия Рустовского. Месяц юлий. Десятый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Печерского Киевского, первоначальника монахов в России. Книжение благоверного великого князя Владимира Святославича, самодержца российские земли, благоволи Бог и вити светильника церкви своей и наставника иночествующим, преснопамятного мужа преподобного и богоносного отца нашего Антония. Сей в ограде любячи родися, изблада же име страх Божий и желаше во иночески облещи си образ. Человеколюбиви же Господь, возложимо на сердце в страну греческую идти, и там опустрещися. Он же абия к путешествию устремися, странствуя за странствовавшего Господа и трудившегося нашего ради спасения. Достиг же Константиня града и во святую гору Атонскую прииде, и деже обшед святые монастыри, виде пребывание святых отец выше человеческого естества, во плоти ангельскому житию подражающих. И паче любовью Христовую разжегся, желая тех отец житью поревнувати, прииде во един от сущих тамо монастирей и моли игумена да возложит на него ангелски образ иноческа гучина. Игумен же, прозряв отящие в нем бити добродетели, послушав постриже и наказав, научи его иноческому совершенному житию. Антоний же во всем Богу угождая, напрочие подвизаше се в покорении же и послушании преуспеваше, яко всем радувати се о нем. Егда же пребийство святой горе време немало, преподобен во всех делях своих пользующимся от него многим, бъсть извещение игумен от Бога да отпустит преподобного сего в Русию. Игумен же пригласив, рече ему, «Антоние, иди вспять в Русию, да и там опрочим на успех и утверждение будеши, и буди тебе благословение от святые горы». Преподобни же Антоний аки от Божий хуст прием благословение, отиди в Русию, и прииде во град Киев. Вшед же мыслеше, где бы и прибыл. И походи по монастирем, и же тогда от иноков, пришедших ради крещения Руси с митрополитом Михаилом из Грек, сдати се начинаху, но не содържаху совершенна гучина и остава в житии общем. И не возлюби ни в едином от тех жителствовати, Богу не е благоволящо. Тем же начах ходити по дебрем, по горам и по всем местам, даже на Берестово прииде и обрете пещеру, и уже некогда изкопаше варяги, и сотворив молитву, всели се тамо, и пребиваше в великом воздържании. Представаше се же благоверному князю Владимиру прием власт безбожни и окаянный святополк, в Киеве седе, и начен избивати братью свою, уби святых мученик Бориса и Глеба. Преподобни же Антоний, видя таковое кровопролитие, отиде паки во святую гору. Егда же благоверний князь Ярослав святополка победи и в Киеве седе, тогда любящо ему Берестово и церков на нем святых апостол и пресвитерей собирающо многи, бе тамо пресвитер имени Миларион, муж благочестив, в божественном писании разумен и постник. И же от благоверного сего князя Ярослава, собравшего епископа изволением Божиим, полетех многих, поставлен бист в святей Софийстей и церкви митрополитум. Но прежде того от преподобного Антония пострижен бъйст финочески чин. Сей убо пресвитер хождаше с Берестова на Днепр, на холм, и деже нейне место ест ветха го Печерского монастиря, тогда же белес велик. И изкопа тамо пещеру мало, и ако двусъжений, в ней же псалмопение творяше и поклони, моля се Богу в тайне. Преподобному же Антонию също в то време в Святей горе, в монастире и деже пострижеся, бъйст извещение игумено паки от Бога. Посли мне рече Антония паки в Русию, яко тамо требую его. Игумен же пригласив преподобного глагола ему, Антоние, Богу тако хотящо иди паки в Русию, и буди благословение тебе от Святей горе. И прорече ему, яко мнози от тебе тамо имут бъйти черноризци, и благословив его отпусти рек, иди с миром. Преподобни же Антоний прием благословение, прииде в Турицио к Киеву, и взаиде на холм, и деже Иларион пещеру оную мало двусъжение изкопа, и возлюбив место то, помоли се Богу со слезами глаголя.
Господи, да будет на месте сем благословение святые Атонские горы и молитва моего Отца, иже ме постриже, и утверди мя вселите се зде. Сия рек, всели се тамо и нача жити, моля Бога всегда, и дай хлеб сух и воды и в меру пияй, и сего через день, иног даже через два, иног даже неделю всю не вкушая, в обдении пребывая день и нощь, руками же своими купая прилежно пещеру большу. Уведавши женец и прихождаху приносящи ему яже на потребу и просящи благословение от него. Прочи же желаху и жити с ним, от них же бе и блаженни никун. Тогда обо прииде к преподобному Антонию в пещеру и преподобни Теодосии, има и 23 лета. Его же повеле преподобни Антонии блаженному никуну пострищи, и ерею тому сущу и черноризцу изкусно. Полетех же многих, представлюши се благоверному князю Ярославу, прия власт сын его старейший Изяслав и в Киеве седе. Преподобни же Антоний Печерский пред многими добродетелями прославлен бъй тогда в Русийстей земли, яко же и он и древле великий во Египте Антоний. Уведав же христолюбивий князь Изяслав житие его, прииде с дружиною своею просял него благословение и молитвы. И оттоли уведен бъй преподобни Антоний всеми и почитаем всеми. И начаше приходите к нему христолюбиви инеци, пострищи се хотяще. Он же приимаше их и постригаше. В то време прииде к преподобному Антонию блажени Варлаам, сын Йоанна Болярина Великаго, посем Ефрем, евнух княжи. Их же преподобни по желанию повеле блаженному никону пострищи. О пострижени же сих двух много смущения преподобни Антоний с братья ю претерпе. Не то чу бо Йоанн Болярин Великий, поем от руков многих прииде с яростью в пещеру и разгнав богоизбранно е преподобного отца нашего Антония стаду, сына своего блаженного Варлаама из пещери извлече, таже и из монашески одежди, и облек в светлые болярски утвари, повлече его нуждею во своя палата. Но и сам князь Изяслав уведе в пострижение, яко же сына болярского, так уже и своего любимого евнуха, разгнева се зело на той жде Христово и преподобного Антония стадо, и повеле восхитите блаженного никона и же постриже их, на него же много яряже ся, ово яко дерзну пострищи, ово же да увещаят их в мире пак и жити, и обеща се в заточение послати его с наставником Антонием и всеми сущими в пещере, еще же и пещеру их разкопати. Преподобни же отец наш Антоний понужден са и толиким княжием гневом, от князя тмы устроенным, воину страну с братья оставшию си отиде тогда из пещери. Обаче слышавши то княгиня, моляше князя прилежно да не отгонит гневом своим рабов Божиих от области своя, гнева ради Божия такова го яко же бъйст в отечестве ея в земле Ляхской по отгнание черноризцев. Бъйст босия княгиня Ляховица, дъщер Болеслава Храброго. Воспоминаше же гнев Божий и же бъйст по отгнание черноризцев за пострижение преподобного Моисея Угрина, егда отец ея Болеслав, изгнав тех рабов Божиих, смерти напрасно и преден бъйст, и воставши брани между особно и велицей, избиша люди епископов и боляр своих. Тогда обо князь Изяслав едва умолен прииде в чувство, и обояв се Бога, посла с молением, да възвратит се старец вместо свое, его же едва по третиим дни обретше възвратите се умолиша. И тако възвратив се преподобни отец наш Антоний пак и в пещеру, непрестанно моляше се Богу да подасте му доблествено всякие наносимые врагом добра ненавидящим напасти претерпети, и да не предаст зверем душ изповедающих се ему и душу Богих своих да не забудет до конца. Бог же молитвами его дарова, яко не токмо разпуженния овци възвратише се с миром к своему пастирю вспять, но и на их множество спасти се хотящих прихождаху к нему в пещеру, молящи се да избавите их от тмъй, яко пути поползновенного. И к свето пути спасителного наставит. Он же всех любезно приемаше и научив, како им от последовати Христу, блаженному никону повелеваше постригати. И собра се братия к нему числом 12, и изкопаше пещеру велико, и деже устроише церкови келии, яже суть и до сего дне, под ветхим печерски монастирен в пещере, в ней же пребъйст преподобни Антоний 40 лет. Совокуплени же сущи братия и преподобни отец наш Антоний рече,
Все Бог вас, братіє, совокупи, і от благословення єсте святеї гори, їм же мене постріже ігумен святеї гори, адже вас постригох. Буде благословення на вас перве от Бога і Пресвятеї Богородиці, второе от святеї гори. Сіє же рек, извести їм глаголя. Живіте єдині, аз же поставлю вам ігумена, а сам хочу жити един, як уже і прежде обійкох. И так опостави им игуменом блаженного Варлаама, сам же первый, не терпя всякого метежа и молвы, затвори се в единой келии тояжде пещеры. Потом же пресели се оттуду на ин холм и нача купати другую пещеру, я же ест под нынешним великим печерским монастырем. Игумен же блаженный Варлаам и братья, приемши от преподобного Антония благословение, осташеся и живяху в первой пещере. И множещим се братьям, яко не мощти им прочее вместити се во время соборного пения в пещере, умислише поставити церковь малую вне пещеры. Тогда прийде игумен и братья к преподобному Антонию, в другую пещеру, и рекоше ему, «Отче, умножают се братья, и невозможен прочее вмештати се во время соборного пения в пещере». Повеление му Богосподним и Пресвятые Богородицы и Твоею святою молитвою благослови, да поставим себе церковь малую вне пещеры и благослови им преподобни. Они же, поклонившися ему до земли, отидоши и начаше здати над пещерою церковь малую успения Пресвятые Богородицы. Совершенный же бывший над пещерою церкви той малой и содержащую игуменство в пещере блаженному Варлааму, князь Изяслав во имя святаго великомученика Димитрия, яко своего тезоименитого, бебо наречен во святом крещении Димитрий, созда церковь каменную, и при ней монастырь устрои, и взя таму на игуменство блаженного Варлаама. Хотяше бы сотворити свой монастырь паче печерского монастыря, надеясь и на богатство. Но мнози монастыри от царей и буляр богатством поставлені бывают, не суть же такови, як уже сии, и же поставляються молитвою святых и слезами, пущением же и бдением. Си цього преподобний Антоний не име злата ни серебра, но слезами поливая, несравнен возрасти монастир, из него же еще аки всеми несуща начинающего се в пещере, очечу игумену, як уже рече се блаженному Варлааму в монастирь святаго великомученика Димитрия, совет сотвориша братья, суща я в пещере, и пришедши к преподобному Антонию рекоше ему, «Отче, постави нам игумена». Он же рече им, «Кого хощете?» Отвещаше ему, «Его же хощет Бог и Пресвятая Богородица, и Тей честный Отче». И глаголы им преподобни, «И же ест в вас послушлив, кроток и смирен, сей да будет вам игумен». Тогда просише у него преподобного Теодосия, яко единонравна ему и во всем благоискусна, и благослови его преподобни на игуменство. Братья же вся, их же бе числом 20, поклониши се преподобному Антонию до лица земли, о таковом наставнице радостни бывши. Приемшу же игуменство в пещере преподобному Теодосию, и начинши от чтания имети великое спущение многими слезными молитвами, много поспешествува благословение и молитва началника его, преподобного отца нашего Антония, безмолвствующего наедине. Ибо нача Бог вящо умножати чернорисцев, яко в мале совокупити их преподобному Теодосию игумену числом 100. Види же преподобни Теодосии игумен сей, умножение братья и велие зело, совет сотвори с ними поставити монастир, и доше пак их преподобному Антонию и рекоше ему, «Отче, умножаються паче братья, восхотехом поставити монастир». Преподобни же Антоний радости исполни се и рече, «Благословен Бог всем, молитва же Пресвятые Богородицы и сущих Отец во Святей горе да будет с вами и да поспешит вам». Сия рек, посла единого от братья к князю Изяславу глаголя. «Княже Христолюбивый, Бог умножает братью, место же имаме и тесно, благоволи дати нам гору тую, я же над пещерою». Князь же сия слышав зело радостен бысть, и посла боляри на своего, да подаст им сущую над пещерою гору. На ней же игумен преподобни Теодосии и братья основаше церковь древяну велику и создавши, украсише оную иконами, и келии поставише многия, и монастир оградише столпами, и деже преселише се из пещеры.
І от то лі монастир той от благословення святия горе Ісей на час зватися Печерський, понеже чернорісці прежде живяху в пещері. Посем восхоте преподобній Теодосії, ігумен сей, утвердіти монастир свой огражденням, кроме чувственного мисленним сіест, чинним уставом іночествующих нектуму в затворе, но в монастире. И нача искати правила монастирского, як уже пишеце в житии его. Поспешествува и в том благословение преподобного отца нашего Антония и молитва, ибо по благословению и молению его, Богу сице строящу, обрете се тогда честный Михаил, инок святаго студийского монастыря, и же с митрополитом Георгием прииде из Греции. Его же вопрошаше игумен преподобний Теодосий о уставе отцев студийских, како поют пения и читают чтения, и поклоны како держат, и стояние в церкви, и седание на трапезе, и кое едение в кие дни. Я же вся известно от Михаила уведав и також да от блаженного Ефрема и внуха, бывшего во святых местах, списанное таму, и сему принесенное прием, монастырю своему предаде. От того же монастыря все монастыри русисти прияшу устав. И сего ради почтенест монастырь Печерский первенством паче всех и честью выше всех. Егда же толико поспешествува благословение преподобного отца нашего Антония и молитва преподобному Теодосию, игумену сущу Печерскому, тогда живущу сему в монастыре и правящу добродетельное житие по уставу и приемлющу всякого приходящего к себе, прииде и преподобный отец наш Нестор, летописец российский, списатель життя сего и прочих, имея 17 лет от рождения своего, як уже само себе пишет зде. Его же преподобний Теодосий, по совету и благословению преподобного отца нашего Антония, усердно прия. Он же, испытуя часо ради прозвася Печерский монастыр, в летописании своем вкратце начинание подвигов первоначальника того монастыря, преподобного отца нашего Антония, пользы и ради зде написа. Обаче о чудесех аще и не всех, як уже и о честной пред Господем преподобного смерти, оставляюще самых подвигов и напасти, я же претерпе свидетелство летописцу, нека и от блаженного епископа Симона и госпоспешника Поликарпа скажем. Ибо преподобный отец наш Антоний, уединен се и в другой пещере, видя умножение и благочиние Богом избранного своего стада, прославляше Бога зело в телеси своем и в души своей, преуспевая во всех добродетелях телесних же и душевних, и дей от силы в силу. Тем же и Бог его прослави, яко просиятие му в земли русисте и различними чудесей, наипаче дарованием исцеления и прорицания. Показа си бо преподобни отец наш Антоний врач пречуден и пророк русийский. Врачевание его чудотворно и сицевым образом бе. Служаше преподобни старец сам болящим и молитвою своею тех исцеляше. Обаче покривая смиренномудрием дар исцеления в своей молитве, зелие им же питаше се благословив, аки некое врачевание подаваше, его же болящи и вкусивше, аби е здрави боеваху, яцем же недугому държими бяху. И сему чудотворному своему врачеванию подражателя остави блаженного Агапита. Прорицание же святаго свидетелствует кроме иных вещ сия. Некогда трие князи Ярославичи, Изяслав княз Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский, идущи набран противополовцев, приидоше к преподобному Антонию благословение ради. Он же духом провиде гнев Божий на них, прослезив се прорече им глаголя. Яко грех ради ваших имате побеждени бъйте от варваров, ими же погнани суще мнози от воев ваших потопяце в реце, и ние в пленение яти будут, прочие падут острием меча. Еже избъйсця на алте реце, яко едва сами с животом избегоше князи Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав же в Чернигов, а половце и по всей разсееше се российской земли пленяюще и погубляюще оною. Той же преподобний и Шимону, сыну африкана князя Варяжского, в то же время, егда и российским князем прорече, яко он благодатью Божией имеше не токму свободен быть и на той брани от смерти, уже сей посреди мертвых, но и еще по летих многих положен быть и первый в церкви каменной Печерской. У ней же також де прорече, яко чудотворно создати се имать. Еже все истина бысть. Сам Бо Шимон возвращаться от тоя брани преподобному исповеда.
лежах, рече, уязвлен посреди избиенных, но некая Божия сила изъятме от среды тех и исцелиме от ран всех же моих и воев обретох целых. Та же и о пророченней церкви рече, яко подобие церкви создати се имуще, в ней же аз положен быть имам, видях дважды на воздусе, и ныне посреди мертвых лежа при алтерице. Еще иногда на море сый, и когда изгнан дядю моим якуном от княжения Варяжского, бежах в Русию ко князю Ярославу. Сия рек, самую вещью благоволение Божие явленное себе о создании святой церкви, и уже преподобни прорече Шимону вери. Изнесе бо тогда пояс и венец златый, и даде преподобному Антонию глаголя. Сия снях с образа Иисуса распятого на кресте, и когда от отечествия моего изхождах. Понеже обозде, рекли си, положено бъйти мне сим поясом, слышах глас Господен, да измерите основание церкви, в ней же положен бъйти имам. И я же и подобие видях. Венец же сей да завешен будет над жертвенником. И тако показа се яве, яко с Божиим благоволением соглашаше се преподобного отца нашего Антония проречение, еже и совершение с бъйсця. Егда полетех многих в Богом созданные уже каменные церкви печерсте и первый положен бъйст Шимон. Но прежде того на пасти немалой, и уже преподобни претерпе от летописца пак и воспомянем. Не не видя ибо света дел добрых княз тмой дьявол, покуси се через князя Изяслава отлучить от стольного града Киева, яко же и прежде, толика го светильника преподобного отца нашего Антония, светяща го аки под спудом в темной пещере, добродетель ми и чудесей. Тем же устрои смятение си цево. Одолевшим на прежде реченно и брание по проречению света го половцем, понуждах у киевсти и людия князя своего Изяслава да изъйдет с ними паки против разсеяних по Руси тех врагов. Оно му же не хотящо, воздвигоша крамолу, и въйсекоша из темници в пленение суща го в Киеве князя Полоцкаго Всеслава, его же киевским своим князем сотвориша. Княз же Изяслав в Ляхскую землю побеже. Та же сидевшо в Киеве Всеславу 7 месяцей, прийде на него от Ляхския земли Изяслав с Болеславом Смелым. Всеслав же брутиво изшед, избеже к Полоцку отей. Тогда Изяслав в Киев вшед, начана преподобного Антония гневати си зело, дьяволу на устившо. Некто бо пред Изяслава му клевета, аки бай Антоний Всеслава любяше и советуваше ему, тем же и всемуто му смятению Акиба и виновен бяше. Преподобни же Антоний служаше тогда в пещере болящи му Исаакию затворнику и Гоже дьявол, являя се в образе Иисус Христове прелести и еле живо остави, плясание му трудив. Сему обо наипаче служению света го прелестник завидеше, блюдей да не Исаакий прелещен и изцелен будет вскоре телом и душею от служението го. И того ради всяко возбуждаше Изяслава, да гневом своим преподобного Антония от пределов киевских ижденет, яко же на некое време и получи желаемый враг. Извещен бо бъйв о том княз Черниговски и Святослав, яко брат его Изяслав на преподобного Антония гневайце зело, прислава по света го нощью, и к Черниговото го взя, и деже он возлюби место близ града в горе Болдейне, и тамо пещеру изкопав живяше в ней, на нем же месте создан бъйст последи и монастир. Но не надол зеликуваше добра ненавистник. Не помнозе бо княз Изяслав добре разсмотрев и незлобие света го разумев, позна действо Искусителя и жалостен се и послав държаво Святославлю в пределы Черниговския к преподобному Антонию, моля, да възвратит се в области го Киевскую к богоизбранному своему стаду вспять. Преподобни же Антоний, кроток се и смирен сердцем, преклони се к молению, и возврати се к братии своей, и же бях усметени и отвержени, ако овци не мущия пастиря. Не хотяше бо Бог да сей всесветлий светилник, русийское светозарное солнце, преподобни отец наш Антоний войном граде, кроме богоспасаемого стольного града Киева, начинанием благочинного жития иноческа го просвещает. Но от онудоже свет православния вери во всю Русийскую землю чрез благоверного князя Владимира Восия, от туду и луча совершенного закона постническаго, чрез преподобного отца нашего Антония благоволи да Восияет. Потолице и обо на пасти не изнеможе преподобни отец наш Антоний, но больших подвигов степени проходя, труждаше се в пещере, донде же до конца победи некрепкою дьяволю силу.
ибо молитвою и постом изгоня прелестни род сей, по евангельскому речению и прочими добродетелными труды, бдением, стоянием, коленопреклонением бесчисленным, прочее не остави никогда же своя пещерой, а ще и все житие его в том темном месте всегдашния бран бъст к миродержателям тмы и века сего. Возврати се же преподобни паки и на прежние своя чудотворения и больше тех показа. Нача бодщани имете великое опророчение от себе каменной церкви Печерской, у ней же и свидетелство благоволение Божие от Шимона Прия. Тем же совещав се с преподобним игуменом Теодосием, моляше се прилежно к Вишнему Тектону, яко да он сам непорочными своими руками благословит и поспешит создати дом непорочный своей матери, владычице нашей Богородице, глаголаше бо подражая Давиду, а ще не Господ созижде дом в суе труждати си им отзиждущи. Егда же в сицевой молитве подвизаше се святый, о чудо! Не отлучая се нигде же от Печерского монастыря, яко же иногда преславный он и чудотворец Николай от мир, и вися купно с единонравным своим другом преподобным Теодосием в Константине граде, предстоя царице небесной Пресвятей Богородице, от нея же и злато с тем прием даде мастером каменоздателем, да идут в Русию на создание Печерские церкви по повелению небесния царицы. Придошло бо из Греции каменоздатели и возвестише велие то чудо. И се на ина предивные чудеса древним пророком Гедеону и Илии свойственные устреми се преподобни отец наш Антоний. Вопрошающим бо мастером уместе, на коем бы издати имели повелено и себе от Пресвятия Богородицы и Церков, моляше се преподобни отец наш Антоний три дни, яко да сам Бог в Троице известит знаменем с небесе достойное в жилище небесной царицы и место. И тогда недовлеющото му, яко по движением Божиим, приехав княз Святослав к собравшим се на избрание места такова го людям, свое поле на то дарова. Сам цар славы Иисус яви се преподобному Антонию, молящи му се осем в первую нощ и рече: «Антоние, обрели си благодать предо мною». Преподобни же Антоний то слышав, и спросил него нощи тоя, яко по всей земли на утре быстро са, а на месте церкви знамение суши. В другой же нощи спроси на всю землю сушу, а на место церкви росу. В третий же ден благослови вместо то и поясом Христовым златым от Шимона данным размерить и повелев, на 30 поясов в долготу, а 20 в широту, яко же повелено бъст Шимону свыше, и огън с небесе молитвою своею низведе, и же не токмо пожжением древес, но и изкупанием земли довольно готово место то, и деже ныне святая чудотворна и небеси подобна е Печерска и церков сияет, яко же пишет се в сказании от той святой церкви. Сицевым чудотворением, егда преподобни отец наш Антоний уготование места и начало здания церковного в обители святой Печерской благослови, нача приуготовлять и самого себе в отшествие к церкви нерукотворенной и вечной. Я же в обителях небесних, у ней же Иоанн святый в откровении написа глаголя: «Господь Бог Вседержитель храме му есть». Так обо небесная царица явлашия си во влахерне на знамена, егда каменоздателем си це рече: «Сей Антоний точио благослови вас на дело, отходит сам на вечний покой. Теодосий же во второе лето по нем идет». Но кое го приуготовление на честную пред Господем смерть преподобному отцу нашему Антонию потребно бъсть, и же имея добродетельное жилище в пещере, аки во всегдашнем гробе можаше глаголати со апостолом: «По вся дни умираю». Тем же и с пророком неложными усты и по вся дни глаголаше: «Уготових се и не смутих се, сохранити заповеди Твоя». Готов обо сам се и своим сердцем преподобний, и не же о своих делях смущен, то, че усмути се да небогоизбранно е свое стадо смущено оставив, яко изпълните се в словесех преподобно го речению сему апостольскому: «Обдържи ми е самото бою, желание има и разрешите си я и со Христом бъйти, много паче луче, а еже пребивати во плоти нужнейше ест вас ради». Обаче, видя яко време разрешение и отложение тела и го уже приспе, утешаше чада своя обещая ся, яко и по отшествие своем не имат оставити местото го свята го на нем же подвизася, но имат всегда назирати и посещати, пеки си о нем,
и помогая живущим в Нем и притекающим с верою к Нему. Найпаче же сие благонадежное обещание паче всякаго наследие остави на месте своим святом, яко обеща молитвами своими ходатайствовати, да яко же сам изхождаше от тела покаяние изпълн и опомилуване известен, так уж да сподобице и прочието сущи и имущи к нему любов, в покаяние изходите и помилуване бъйти. Прибъв же в другой пещере 16 лет, скончав ней житие своевременно е и на безконечно отиде месеца Юлия в 10-й ден, в лето от создание мира 6581 е, а от Рождества Христова 1073 е, от рождение же своего в лето 9-10 е, в княжение Святослава Ярославича, князя Киевскаго, в царство же Романа Диогена, царя Греческаго. Честнее же сего преподобного первоначальника мощи в той же пещере под великим монастирем, в ней же изкончася тогда положена и суть. Но яко же сам преподобни удаляше се в житии своему от чест человеческих, моляся Богу в тайне, уединен сей, так уж да имущем своим той же дарование изпроси, да удалены и будут от чест человеческих. Подобаше бо российскому нашему законодавцу равного дарование сподобите се со израильским. Не можахо иногда Моисея, еще жива го зрети во свете сияния зелнаго, егда принесе закон Израилю с горе Синайския. Так уж да не можахо и преподобного отца нашего Антония, еще живущего в пещере зрети, во свете дел добрих, егда принесе закон земли Русийсти с горе Ятонския. Сокровени сути от зрение мощи представшего се Моисея, израилского законодавца, тем же сокровени суть от зрения и мощи преподобного отца нашего Антония, российского законодавца. Их же видите нам доселе Бог, дивный во святых своих възбраняет чудотворно. Мнози бодерзнувши разкопати место Тое. На нем же честно е преподобного отца нашего Антония положено е с тело, изпущением огня наказани бъйша, и на своих телесех пострадаша много, до не леже каеше се о таковом дерзновении. Обаче аще и зрение мощи преподобного отца нашего Антония отстоят от нас, но помощью всегда с нами и со всеми призивающими его близ суть. Ибо неоскудна чудеса творят, помогающи всем с верою притекающим к честному преподобного гробу. Найпаче же тму бесовскую от человек отгоняют, аки поистине свет, и же и в тме темного гроба светиция, его же тма бесовска и никогда же обят, но всегда от облистания его изчезати обиче. Избавляют к сему честные преподобного отца нашего Антония мощи и от различных недугов, воюющих не токмо на тело, но и на самую душу, яко же Иоанн света и многострадальни уведе. Ибо той боряся со страстми нечистими через 3 лета и много пострадав томим на блуд, прийде ко гробу преподобного Антония и пребъйсто него моляся ден и нощ. И се глас слыша преподобного к себе. Йоанне, Йоанне, подобает ти зде затворите се в пещере, да невидением и молчанием брано празници и Господь поможет ти. Йоан же то сотвори, и благодатью Божию молитвами же преподобного Антония спасен бъсть. Ниже победише его страсти телесни и нечистия, а ще и вооружаху се на него купно с духи нечистими, едва не чрез вся 30 лет, яко же пише се в житие его. Не остави, яко же обеща се преподобни отец наш Антоний места своего святаго, понеже пеки си о нем, яви се по успение своем, яко же и прежде успения, с преподобним Теодосием в Константине граде, иде же о изображение честных икон в церков Печерскую с обещание сотвори с греческими иконописци, им же и злато довольно даде, яко же и перве издателем, с тем же преподобним Теодосием. И посла их во град Киев, Печерски свой монастир к блаженному Никону, тогда сущему игумену, яко же пишет се в сказание о украшении святые Печерские церкви. Достоверен с преподобни отец наш Антоний и в обещании оном благонадежном, яко обеща се любящим его по отшествии своим помоществовати, да жителствующи и на местото го святом в покаяние изкончаваються и помилувания сподобятся. Исполни се чудотворно слово обещание го делом на блаженном Еразме, черноризце Печерском. Понеже той о разточеннем злате на украшение церкви скорбя, егда впаде в недуг люд и уже при кончине бъсть, лежаше 7 дней нечувствен, никак уже моги изкончати се без покаяние и на месте том светом погребен бъйти.
Ісе в восьмий день явися йому преподобній Антоній з Теодосієм і Глагола. Молихомся к Богу у тебе, і дарува тебе Господь время покаяния. И разом же абе здрав бисть, и сице совершенно покаяся и помилован бисть, яко в третий день скончавайся, сподобися причтин бити к святим, як уже пишеться в житті Его. Прославим обо і ми, і того же вседаровитого чоловеколюбца, у даруванні толіку чудотворного первоначальника іночествуючим в землі нашій російській, преподобного Антонія. Его же иных многих исправлений, наипаче прежде представления бывших, понеже в тайне на уединении пештерном безмолвствовать из воли, не единому от человек возможно списать или изрешти, точу самому безвестное и тайное ведущему сердцевецу. Его же язык трост книжника-скорописца, той сам пространный в книгах живота вечного житие преподобного отца нашего Антония написа. Нам же прочих книг, многими бранми разточенних, не обречим нейни, но сия нека я приемшим, молити прилежно чудотворного сего первоначалника лепо есть, да и мы обещание его благонадежного общницы и суще, сподобимся, ходатайствующу ему у нас, в покаянии житие наше скончати и помиловани бити. Да тако и мы с преподобним сим первоначальником Антонием, аки чада со отцем, в книгах живота вечного имена наше написано и обрящим, благодатью и человеколюбием во всех первенствующего начальника спасению нашему, Господа Иисуса Христа, и мы же с обезначальным Его Отцем и единосущным Духом честь, слава, хвала и держава подобает, ныне и присно, и в бесконечные веки веков. Амин. И празднование Пресвятой Богородицы ради чудотворния Ея иконы в Куневской обители. Конец життя преподобного отца нашего Антония Печерского.